Здравствуйте! О погоде расскажу вам я, Владимир Климов. Теперь о погоде. Синоптики обещают сегодня пасмурный день и осадки в виде снега и дождя. Но днем плюс один, плюс три. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Дорогие наши, милые дамы, в преддверии Международного женского дня хотелось бы вам пожелать море цветов, женского счастья и, конечно же, крепких и сильных мужчин рядом. Спасибо вам большое, что вы у нас есть. С праздником!